Как правильно заниматься физкультурой в старшем возрасте, рассказывает портал «Здоровая Россия». Подбор нагрузок для каждого пожилого человека очень индивидуален. Учитывается возраст, опыт занятия физической культурой в прошлом и наличие хронических заболеваний. Занятия лечебной физкультурой для пожилых людей должны быть регулярными, с постоянным контролем самочувствия. Если люди пожилого возраста никогда не занимались спортом, для поддержания физической активности им лучше всего подойдет лечебная физкультура. Это не просто умеренная двигательная активность. Основная ее цель – помочь в лечении различных хронических заболеваний. Для занятий также хорошо подойдут адаптированные курсы восточной гимнастики и йоги. У пожилых людей чаще встречаются случаи остеопороза и увеличивается риск переломов. Поэтому им понравятся методики, помогающие поддерживать работоспособное состояние опорно-двигательный аппарат. Дыхательная гимнастика и упражнения на растяжку хорошо влияют на состояние всего организма в целом. Есть даже направления йоги, специально адаптированные для пожилых людей. Для более эффективного укрепления сердечно-сосудистой системы можно использовать циклические и динамические нагрузки. Это ходьба, ежедневные прогулки и при хорошей общей спортивной подготовке небольшие пробежки. Пожилым людям стоит воздержаться от силовых тренировок. Они не только травмоопасны, но в таком возрасте и не нужны. Активность мышц у стареющих людей снижена, и их рост затруднен. Невозможно создать универсальный комплекс для людей с разными заболеваниями и разной физической подготовкой. Они не могут быть одинаково безвредны и приносить пользу всем. Именно поэтому все упражнения должен подобрать специалист.